Мы находимся на выставке здравоохранения Беларуси 2019 в Минске. А сейчас вы находитесь на стенде компании «Академфар». Меня зовут Румянцева Ольга, я руководитель группы маркетинга и рекламы. На сегодняшний день мы представляем все наши препараты, которые мы выпускаем. Их больше 30. Это более 10 биологически активных различных добавок. Это непосредственно наши витаминные комплексы «Униви». Посетители выставки могут прийти к нам на стенд и попробовать нашу биологически активную добавку «Томатогинин» на основе помидоров. То есть там содержится ликопин, и он очень хороший антиоксидант, как раз к весне. Но на сегодняшний день мы работаем как раз по направлению экспорта. Мы отгружаем наши препараты в Казахстан и сейчас заканчиваем регистрацию наших препаратов в Российской Федерации. Такая выставка, как «Здравоохранение Беларуси», позволяет как можно большему количеству людей узнать о предоставляемых различных медицинских услугах и выпускаемых препаратах на территории Республики Беларусь. Не только белорусскими представителями, но и другими иностранными гостями, которые на этой выставке очень широко представлены. Мы будем очень рады видеть вас на выставке «Здравоохранение Беларуси 2019» в футбольном манеже и приглашаем на наш стенд государственного предприятия «Академфарм». С 12 по 15 марта в футбольном манеже. Новейшее медицинское оборудование, технологии и препараты на 26-й международной выставке здравоохранения Беларуси. С 12 по 15 марта. Футбольный манеж, проспект Победителей, 20.